Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Микрофон у Ольга Болезина. Здравствуйте. Пандемия заморозила рост зарплат кировчан. За целый год средняя номинальная начисленная зарплата в Кировской области не изменилась. В месяц это, по данным Кировстата, 31,5 тысячи рублей. На цифру влияют в основном зарплаты в трех сферах, где работает примерно половина трудоустроенных кировчан. Это обрабатывающее производство, образование и торговля. А среднероссийская зарплата растет, несмотря на коронавирус. Сейчас эта цифра превышает 52 тысячи рублей. За год она увеличилась на 6%. Программа «Экономика». С сентября налоговая начнет чистить реестры ИП. Исключить из него предпринимателя можно, если у него есть долги перед бюджетом и истекло 15 месяцев с даты окончания патента или ИП 15 месяцев не представлял отчеты. Сначала будет опубликовано сообщение о предстоящем исключении в вестнике госрегистрации. У бизнесмена будет месяц на возражение. В случае исключения гражданин 3 года не сможет снова зарегистрироваться в качестве ИП. Экономика на 101 FM. 200 миллионов потратят на дополнительные выплаты классным руководителям. Деньги выделяет федеральный бюджет. Это ежемесячные доплаты работникам государственных и муниципальных школ. С 1 сентября они начнут получать по 5 тысяч рублей. Выплаты планируется предоставить почти 7,5 тысячам педагогических работников. Это предложение президента страны. По требованию Путина доплаты не должны отменять никакие другие выплаты и программы. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 74,51, курс евро 88 рублей 6 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.